Строились немедленно испанцы. Отбор получается, и пошла передача через Иско. Отсюда уже можно и бить. Сеск! Ответила сборная Испании собственной атакой, не намного менее опасной, чем та, в ходе которой Ротань не попал в створ ворот. Пропустили. Сейчас по центру Сеска практически до линии штрафной дошел футболист Челси. Это Иско, да? И дальше подхватывает мяч Сеск. Да, уже был подкат, да, его оберегали и мешали ему достаточно активно. Кучер это был. Далее. Один раз сборная СССР в 71 году сумела одержать победу. Ну, вот так сложилось. Хороший сейчас может быть момент. Да, это очень хороший момент. Правец. Да, снова он переигрывает оппонента. Снова он прорывается чужим воротом. Но теперь сам пробил. И еще один эпизод. Давид Де Хеа. Давид Де Хеа. Смотрим еще раз. Чей-то. Ну, он, конечно, мешал изо всех сил, Хавьера Чей-то. Но все началось с того, что он пропустил мимо себя нападающего Динамо. Проиграл позицию. Но здесь хорош. Де Хеа. И он сделал себе уже большое имя. Хотя он где только не был, в том числе и в Барселоне Б, и в Бенфику ездил. Налито вот делает очень своевременную передачу. Тиаго Алькантара, и испанцы открывают счет после прекрасно расчерченной атаки. Это было здорово сделано с геометрической точки зрения. Посмотрите, ну и Марио Гаспар. Правый за... Смотрим еще раз. Налито с мячом. Пас на Тиаго Алькантару. Не было положения вне игры. Ну и затем оставленный, брошенный и позабытый всеми, кроме Алькантары, посылает мяч точно-точно в ворота Марио Гаспар. Один-ноль в пользу испанцев. Алькасар прекрасно поборолся. Налито. И опять примерно то же самое, теперь еще и пенальти. Вновь то же самое проделывают сейчас футболисты сборной Испании. Кучер особенно-то даже и не спорит. Он опять здесь предвидел вот такое же развитие атаки. Опять не справилась оборона сборной Украины. И Кучер вынужден был нарушать правила, поскольку не успевал за Сеском. Посмотрите, это опять был Налито. Скрытая передача. Ап. Ну, а здесь, собственно, никаких вопросов-то и не может быть. Даже не по левой ноге, которая была чуть впереди, а скорее по второй оставленной. Ох, как! Парирует этот удар юбиляра. Андрей Пятов, вытянувшись в струну, достает мяч в левом от себя углу. Прошло всего половину первого тайма, сколько событий уже. Фабрига сделал такую паузу, затем пробил. Но если условно разделить линию обороны, правый фланг и правая центральная зона определенно уязвим. Де Хеа! Удар по воротам! Ротань требует назначения, видимо, 11-метрового от сербского арбитра, посчитав, что было нарушение правил. Кармаш бил. Положения вне игры не было. Ну, наверное, чуть-чуть подталкивали. Да, Гармаш бил, действительно. Ну, а как? Еще Аспиликуэт, разумеется, включился в борьбу. Вот здесь вот, конечно, пихал, но не настолько, чтобы... Навесная передача. Налито ловит свой шанс. А дальше что? Дальше мяч попал в спину Алькасару.
Футболист играет очень налито прекрасен сегодня, в принципе. Но почему же, когда показывают крупным планом, обязательно нужно выспанкаться? Вот порой бывает такое в трансляции. Иногда складывается впечатление, что футболист ждет специально этого момента. Бьет налито, ну и Пятов. Ермоленко против Аспиликуэты. На правом фланге. Удар! Хороший, но мяч вновь не попадает в створ. Испанцы сейчас, кстати говоря, продолжают свою сухую серию. Она, скажем так, вторая рекордная. Первая, самая продолжительная, началась как раз на Евро. На том самом чемпионате Европы, который проходил в Польше, в Украине. И мы помним, тогда испанцы в первом матче пропустили от итальянцев 1-0. Но потом пошло. Весь турнир не пропускали, включая вот украинский, киевский финал. И потом были еще отборочные матчи. ЦСКА. Ох, какая передача. Разыграно тонко. Тиаго. Это было очень красиво. Вновь спас голкипер, а здесь уже голкипер спасти не мог. Если, конечно, этот гол будет засчитан, а он не был засчитан. Игру уже остановили. Только Сан-Хосе собрался отпраздновать свой дебютный мяч в составе сборной. Такой просто вид такой у Дель Боски, что просто посмотришь, сметана скиснет. Давайте посмотрим. А, вот здесь увидели нарушение правил против Ермоленко. Но просто давайте оценим вот эту комбинацию. Тиаго Алькантара, Иско, Тиаго Алькантара, Сеск, Тиаго. Алькасар, по-моему, да, завершал не совсем удачно. Очень изящно, очень красиво. Кравец. Удар по воротам. Дехе. Не только достал, но опять-таки парил Давид Дехе. Стык не проходило. Началось это еще, помните, когда хорваты наступили перед чемпионатом мира 98. Естественно, украинцы не горят участием, не горят желанием принимать участие в стыках. Ермоленко. Справедливости ради отметим, что на этот раз стыковые матчи будут не такие сложные. А мы здесь еще рассмотрим, как Коноплянка. Смотрите, контролирует мяч. Дехе парирует. А дальше Ермоленко обработал чуть неловко.